Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с муниципальными депутатами осмотрела детские площадки на улицах Северной и Вокзальной в Одинцово. Обе были построены в прошлом году и пользуются большим спросом. Находятся в хорошем состоянии после зимы. В завершении инспекции Лариса Евгеньевна посетила игровую площадку возле домов номер 104 и 110 на Можайском шоссе, которая также не вызвала нареканий. Парламентария отметила, что будет держать на контроле уборку объектов от мусора.